Всем привет, с вами снова Соня. И да, я сейчас выгляжу необычно, понимаю, но я так выгляжу для того, чтобы хотя бы немножко вас повеселить, да, и просто как-то домашняя обстановочка, ежица рядом со мной. Я все-таки подумала назвать его ежица-туманчица перед вами. Да, вот, короче, теперь с нами ежица-туманчица, потому что мне посоветовали назвать его и Туманчиком, и каким-то там Брудом, что-то такое было. Или я неправильно прочитала, но, в общем, я плохо помню. У меня сейчас все просто вылетает из головы, поэтому у меня везде всякие стикеры, напоминалочки и так далее. Вот. И поэтому это Ежица Туманчица. А сейчас мы с Ежицей Туманчицей переговорили и решили, что надо вас порадовать сегодня новым видео. И так как я пока не сделала полностью мой влог, который я сегодня снимала, только, ну, как бы только на половинку я его сняла, поэтому я решила сегодня вам сделать видео, но немножко необычное, потому что оно будет из различных нарезок моих влогов, которые я в последнее время снимаю. И надеюсь, что вам понравится это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Так что смотрите видео. Я вас люблю. Всем привет, я сейчас у дедушки. Да, как бы у дедушки на даче. И первое, хочу сказать, что у него тут целых 6 кошек. Из 5 состоит семья сова. Еще один, скажем так, плюс. Сейчас покажу их всех. Ой, пушистик. Ой, или как его? Зайка. А, за... Блин, как... Значит, они различаются только по задним лапам. Ушастый с белыми лапами, а этот с серыми лапами. И вот это только единственная разница. Близняшки? Близняшки, да. Они все, в общем-то, в одно время родились. И чернышка тоже. Но они прям абсолютно были одинаковые вначале. Вот. Но потом зайка чуть-чуть более рыжий, потому что мы стали им морковку давать. И он порыжал от морковки. Ого. Угу. А что так? Капусту, морковку. Ну, вареную. Итак, это у нас Пушок. Пушок? Эй, Пушок. У нас голубоглазый красавчик. Да, Пушок? Не хочет. Это черныш, как я понимаю. Черныш. Боже мой. Вот у нас ушастик. Ушастик. Пойду вам покажу папашу. И тут у них еще есть Муся. Семья состоит из трех котов. Трех котов плюс Маша, мама у них. И папаша. Как бы мама это Муся, а папаша это просто папаша. Так его назвали. Папаша. Большой папаша у нас тут, да? Чё мяукаешь, а, папаня? Он просто огромный, вы чё? О, потягушки. Что? Что? Поласкаться хочешь? Папаша, а? Папаша. О, какие мы сентиментальные. А, папаша? Да. Холодно? Чё застыл? Пойдем? Зайка. А, зайка? Так его зовут просто. Или это ушастик, или зайка. Я не могу понять. Пушок не из их семьи. Пушок вообще из отдельной. Есть Муся, кошка. Только я не могу ее найти. Есть черныш, значит так, Пушок, черныш, зайка, ушастик, да, ушастик, и папаш, Муся и папаша. Вот, 6 котов. Муся пропала куда-то. Вот. Ну, дом большой, что? Конечно, о боже мой. Детский сад. Вы бы видели, как они тут играют. Лапами. Нельзя лапы. Ты меня понял? Лапы нельзя. Нельзя лапы. А? КТ. Ты понял меня? Нельзя лапы. Видите, как он голубоглазый у нас. Он маленький еще. Да, он еще маленький. Не трогай мелку. Нельзя елку трогать. Пушок. Пушок! А ну быстро вылез оттуда. Вылез оттуда быстро, сказала. Вылез быстро.
сейчас будем вытаскивать. Вылезай. Вылезай, тебе сказано. Ну, вылезай. Вылезай быстро. Вылез. Как тебе не стыдно вообще? Отошел от ёлки. Пушок, нельзя. Он у меня укусил, зараза. Укусил. Ну, посмотрите, блин. По заднице сейчас получишь. Здравствуйте. Зайка, черныш. Зайка, черныш. Братик, красавчики. Это наш Плюша. Это Пушок. Эй, Пушок. Тю-тю! И что ты делаешь? Тю-тю, я хочу продать вот такую же камеру. Камера. Сладись. Фиг тебе. Это моё. И уже у дедушки вот мой братик. Жень, ты сейчас грохнешься. Нет. Они тут сносятся с вот другом. Ай! Что? Иди сюда! Карас! Вот, а я, в общем, файл перекачиваю, который нужный для видео.